Всем привет, меня зовут Женя, с вами Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить вот такие вкусные блинчики из кабачка, из овощей. Потрясающие, хрустящие, внутри сочные, с йогуртом, либо со сметаной, это то, что нужно. Поэтому надеюсь, что вам это видео, вас оно заинтересовало. Если так, то присоединяйтесь и будем готовить вместе вот эту вот вкуснятину, красоту. Итак, что нам нужно для наших блинчиков? Естественно, сам кабачок. У нас он большой, без семечек. Можно несколько, там, 2-3 штуки. То есть, сколько вам надо блинчиков, естественно, столько и кабачка. Лук зеленый, петрушка, укроп, картошка, яйца, черный перец, соль, йогурт, естественно, сушеная мята и мука. Все, приступаем. Натираем наш кабачок на крупной терке. Точно так же и картошку натираем. Следующую луковицу точно натираем так же. 2 яйца. Можно 3, смотрите по объему. Где-то 3 столовые ложки йогурта, либо сметаны, либо кефира. Все, что у вас есть, пойдет. Зелень забрасываем. Сушеную мяту. Черненький перец. Солим также по вкусу. Можно добавить красный перец, если дети, например, не кушают, либо вы любите. И 1 десертная ложка соды. И сейчас добавляем муку. Потихоньку, потому что пока непонятно сколько. В общем, чтобы было тесто такое, знаете, как на оладушке. Не сильно жидким, но и не сильно густым. Нормальным тестом. Также можете сюда натереть, например, сыр. Либо желтый, либо белый, то есть неважно, любой сыр. Также можно. Вот такое тесто у нас получилось. Вот видите, оно не жидкое, водички в нем нету, поэтому вы смотрите сами. Может, у вас кабачок будет более водянистый, либо яйца побольше. Поэтому таким образом замесили тесто. Ставим сковородку, наливаем достаточно много масла в нее, включаем плиту и начинаем жарить наши блинчики. Их сильно расплюскивать не надо, пускай они будут такие объемные. И вот какая вкуснятина получилась. Смотрите, они такие толстенькие, такие прям классненькие, хрустящие. Прям супер. Не буду разламывать, друзья, не буду и не просите, потому что мы будем садиться вместе все кушать, я не имею права сейчас. Ну, потом, может, сниму видео. Так что, вот, надеюсь, что вам рецепт этот понравился, вы обязательно его приготовите. Если так, то, девочки и мальчики, ставьте пальцы вверх, поддержите меня, мне это очень приятно. Подписывайтесь на наш канал и будем готовить вместе. Ну, сейчас всего хорошего. Пока-пока и будьте счастливы.